лесу наступил голод. Все голодают, ну, лев собирает всех зверей и говорит: ребята, ну, я все понимаю, но мне вы должны приносить хавку, еду. А кто не принесет еду, я своим членом, большим прибором буду по голове бить. Или что-то мне не понравится. Проходит пару дней, волк приносит ягненка. Тот: о, классно, все, лев похавал, нормально. Проходит еще пару дней, лиса приносит уточку. Ну, ну классно, поел. Приходит пару дней, заяц приносит капусту. Говорит: заяц, ты что, охерел, блин? Я что, буду капусту жрать? Достает прибор ему по голове. На, стучит ему по башке. А заяц ржет, смеется. Говорит: заяц, ты что ржешь? Это я вон смотрю, ежик яблочки несет тебе.